Это у нас сегодня прощенное воскресенье будет. И вот тут сестры, братья тут заходят все. Много всего. И они такие прям довольные. Ух ты, у нас такого нету, ничего. А к ним придешь, готовятся. Маслинка, кусочек ветчины, сырочек. Вот вы просили, я каждый раз, как приезжаю, привожу, и никогда мне слова-то не давали. И все. Да тебе еще надо сказать, что сейчас? Не знаю. Не знаю, но если будет возможность, сегодня скажешь. Ну, я тут о прощенном воскресенье упоминаю, и даже неплохо упоминаю. Ну, нормально, все. У нас просто всегда была пшеница. Вот они идут. Красавицы наши. Представьте, вот Господь как сродняет кровью своей. Что-то там какие-то платочки раздают или еще. Кто чем богат, тот и рад. Тащит. Тот предлагает, предложил. Володя, не надо. Да ему как раз и надо. Я говорю, он еще выбирает. С понедельника. Уже не узнать, да? Ну да. Еня, ты проследи, порежь блинчик. О, молодежь наша. Да ты что, все, порежьте. Порежьте, чтобы не объелись люди. Вот и нахуй. Что это? Письмо-то это, все. Ну все, разобралась, все сделала. Сделай. И кому-то передавай, если тебя не будет внезапно еще. Кому? Все здесь, все здесь. Все. Нет, ты заместителя приготовь. Куда ходить, что делать, с чем занимаешься? Когда платить? Приготовь. Я себе смену приготовил. Приготовь, сестра, прошу тебя. Я поняла вас, поняла, поняла. Сама приглядись, кто тут такой активный? Все активные. Вот ты погляди, может быть, это... Хорошо, ну, тому, кто с нами все время. А кто на занятиях нигде не останавливается, не бывает, он еще... Ты вот, попробуй, может быть, это на Елену пойдем. Что? Вот Елена. Ну, все на Елену. У нее так двое детей, не продыхнуть. О, не двое не продыхнуть. А моя мама 10 было живых, продыхнула. Да, одна еще. О, свет выключили, значит, идти за 7 минут. За 7 минут до начала богослужения должны зайти и молиться молча. Не передвигаясь, не кланяясь. Открываются царские врата, и тогда начинается моление. Так, быстро выходите.